Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Учка, Плеймарк, Гусанёк, Курикс, ОлТВ, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем понравился ролик, когда я играю за аниматроника и мочу пацанов. Сегодня у нас карта 5 ночей с пони, если хотите кушать, приятного аппетита, а я начинаю всех мочить. Пацаны, надеюсь, вы сегодня подготовились и всю ночь тренировались, чтобы меня как-то обмануть. И, кстати, у вас по правилам должна быть одна дверь всегда открыта. Ты зачем? Зачем ты там стоял в дверях? Ребята, начинается веселье. А там только... Бу! Испугался? Не бойся, я твой друг. Подойди поближе. Блин, ребята, я так люблю быть за аниматроника, это очень круто. А вы видите, где я сейчас нахожусь? Откуда? Слышь ты, ля ты крыса, я тебя увидел. Берет и убивает, но зачем? Ах ты, блин, ой. Да как вы успели? Ребята, досмотрите обязательно до конца ролик, потому что в конце ролика я возьму такого быстрого аниматроника. Они даже не смогут успевать закрывать двери. И этот аниматроник еще будет вставать невидимым. А что ты делаешь? А чего вы не открываете, ой, не закрываете двери? Ну что мы не успеваем? Так вас там 12 тысяч человек, ты чё, гонишь? Ты убил, ты вот шо? Смотри, что вы делаете. А что ты делаешь? Я не знаю, это вы что делаете? Я мочу вас просто. Эй, бу! Испугался? Я теперь буду вас троллить жестко. Эй, открой дверь. Ну, да блин, ты чё, успеваешь? Так, левел повышается. Он еще быстрее. А что вы не закрываете двери? А вы стоите просто щелкаете лицом, я не понимаю. Да как вы успели? Как? А у вас там, я вижу, один очень хороший охранник работает. Вы его не увольняете никогда, пусть он всегда будет. Да что я? Ну, Саня, что ты виноват во всем? Да почему? Ну вот, молодцы, все. Он стоит, смотрит. Я вам говорю, откройте дверь, пожалуйста, я пить хочу. А иди кусок хлеба найди, кушай. Я пить. Ты не хочешь. Я хочу пить. Пацаны, забегите лучше, сейчас там будет где-то идти. Тут кто-то бегал. Я знаю, что он побежал сюда, скорее всего. Это убил нашего. Кстати, вы знаете, что у этих аниматроников есть бабушка? Бабушка? Какая бабушка? Какая прабабушка? Ну вот она идет. Ну бабушка. Я не хотел бы с ним знакомым, если честно. Ну бабушка Грейни пришла, это бабушка Чики. Вот что вы делаете? У меня вопрос. Вы просто нормальные люди? Хатя. Красиво я замочил вас. Вы что, будете сейчас надо мной издеваться? Да. А ты что думал? Я посрачник дал. Бабушку решил побить? Где ты? Деда, ты где? Он сейчас с ружьем как выйдет. Не надо. Он идет, я в хату. Где? Я так иду, как будто обосрался. Идет старик. Нечестно так. Честно? Ой. Бежал от деда. Откройте, откройте, откройте. Включаем другую скорость. А он пацаны, здесь, ну откройте, пожалуйста. Он налево побежал, налево. Будьте готовы. Хорош закрыт. О. Сейчас украдем с кассы деньги. Эй, потом... не воруй-ка. Кто кассы деньги ворует? Давай, Саня, нельзя нет. Деньги воровать. Нет. Аниматроники зарабатывали их на своей смене для чего? Чтобы ты своровал бабки у них? Да. Я сейчас позову еще раз бабку Грейни. Блин. А, не получилось. Получается, если теперь нажимаешь на Е, звук кассы идет? А ну-ка. Да. Так. Все, я все бабки забрал с кассы. Аниматроникам тоже нельзя. Можно. Так нечестно. Капец, а почему? Так, аниматроник пошел в туалет. Ребята, напишите в комментариях, ходят ли аниматроники в туалет. Это было резко, да, пацаны? Не ожидали? Ай, вы меня слепите фонарем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, он тут, тихо. Сейчас погоню его. Давай, гони. Гони отсюда. Ух, что со мной? Ай, слепит.
Ай-яй-яй! Вот это бейте! Ай-яй-яй-яй! Светит фонариком! Блин, не слепите меня! Изгинь! Да отвалите вы от меня, блин, пацаны! Но я же хороший аниматроник! Ух ты, блин, это больно было! Отлично, я подождал, пока вы зайдете. Это была ловушка, пацаны. Нечестно. А как я это сделал через потолок? Ха-ха-ха, это круто. О, тут пасхалка есть. Так, шкафы пустые. Ой. А где он? Он в подвале. Подвали. Я в маске. Я тоже в маске. Он валяется. Да что это ты? Мы же в маске были. Так я просто нажал удар, когда я был выключенный. Кто-то бабки снимает. Слышь, кто там деньги ворует? Срочно. Срочно деньги воровать нельзя. Это Итушка был. Я тут при чем? Вы что, гонишь? Сейчас придет аниматроник, который маски... сразу выйдет насквозь. Видит, где человек, а где нет. У него есть теплорежим специальный. Этот аниматроник выходит на охоту. Ты что тут делаешь? Всрался? А вот оно. Что отсюда? А че, вы уже не хотите выходить? Пацаны, давайте, ПВП. Ай, ай-яй-яй, граната. Надо валить отсюда, надо валить. Мы его загнали куда-нибудь. Вы меня не сможете никогда замочить. Ого! У меня же электричество замыкает. Ай. Так, осторожненько. Так, у меня жизни много, я смогу вылезти. Да хорош уже мочить. Давай, проскокивай, аниматроник. О, блин. Ха-ха-ха, я прорвался, пацаны. Не смогли. Он где-то на крыше сидит. Да. Ищите его. Слышите? Вон там. Вон тут. А тут это где? А, я понял. Давай, подходи, не ссы, я жду тебя. А я понял, он тут походу сидит. А, нет. Есть. Так. В туалете. Контакт. В туалете? В туалете? Возможно, сидит. В смысле, возможно, ну... А где электричество? А, есть. Он тут, в подвале. Во, вижу. А, не кидайте мне гранаты! Что вы делаете? Да. Успокойтесь, психи! Вы ненормальные, что ли? Ай, дайте вы! Да ё-мо, вы что исполняете? А, жизни тратятся, как выйти! Да ё-моё, вы психи, что ли? Ай, граната! Блин, там жизни... А сколько граната? Жизни быстро отнимает или нет? Очень. Да. Ай. А чё, я не могу теперь электричество назад никак включить? Не, нельзя. Вот и хорошо. Да ну блин! Я, пацаны, быстренько с вами, да, разобрался, чтобы вы не умничали. Сейчас мы будем еще. Ай! Блин, а прикольно, фонари загорелись, теперь какие-то синие, это камера зеленым светится, круто. Правильно. Вон он! Бейте! Вы пригвоздили меня! Нет! Как вы за одну секунду могли накидать столько гвоздей? Это что за прикол такой, пацаны? То успокойтесь! А теперь альтерелью. Альтерелью, давай. Ребята, смотрите, какого взял аниматроника сильного. А ну-ка, кто скажет, кто это? Оно. Это оно. Это Балун Бой, вот этот. Балун Балабол? Да, Балун Бой. Или Фрэнс. Final Nights. Я знаю. Аккуратнее будьте. Не понял. Так, я шкерюсь. В туалете. А я понял, где он, ребят, сюда. Где? Сюда. Куда? Сюда. Куда? А как ты можешь знать, где я? Давай, открывай я это с лазером. Ну да, да. У меня даже прицела нет, а тупо от фонаря стреляю. Ай! Я знак его обезвредить. Красные гранаты? Не. Ну я тоже может. Блин, это граната ваша красная, за ней ничего не видно, вообще ноль. Но вы знаете, вы хуже только себе делаете, не мне. А! Я знаю, что да вы запекали!
Отойдите, ребят, отойдите. Так, сейчас мы их красиво обманем. Очень красиво. Уходи. Ну кидайте шары, мочите друг друга. Хоть давайте поржем все вместе. Мочи, мочи, ты все правильно делаешь, красавчик. Продолжай, не останавливайся. Пацаны, вы знаете, где я? Нет. Нет. О, подожди, я могу это удалить? Опа. А вы знаете, что можно на улицу здесь выйти? Как? А вы не знаете, как на улицу... Да ладно, вы сейчас серьезно говорите? Не знаете, как на улицу выйти? Нет. Да вон он. Он просто закрыл дверь. Улица здесь реально есть. А вы не знали? Вперед. Он за дверью. Приглаждать ли надо? Он здесь. Где? Приглаждатель надо срочно. У меня есть, где он, где он? Пацаны, где? Я в вашем офисе отдыхаю здесь. Так у вас уютно и хорошо. Так, нифига, что у вас тут по камерам пока? Ага, я вас вижу. Вот вы здесь. Вот, главный зал я вижу. Шо? Все, пацаны, это мой офис. И вы сюда никогда не зайдете. Вот это я придумал классно. Завалил их на улицу специально, а теперь сижу здесь и мочу. А потому что ты свою руку через стекло просунул. Нельзя. Я теперь буду над тобой издеваться, пока ты здесь будешь находиться. Пацаны, придумайте что-то, чтобы я перестал его мочить. Я придумал. Что? Сейчас надо сделать вот так, и теперь быстро. У Соня, я тебя опередил. Ну блин, ну пацаны, ну чё вы его не держали? Мышь. Они тут при чём? Это ты накосячил. А что? Ай, блин, да что такое? Что ты делаешь? Ай, Соня! Отлично, пойдет. Блин, гвозди, гвозди, сходите! Ай! Слышь, что за админский у вас топор тут вонючий? Да блин, ты один и жестко меня мочит. Вы здесь психи, отстаньте от меня. Дайте мне выжить как-то. Пацаны, вот это у нас жесткая сегодня битва. Мне нравится. А сколько у него вообще у этого балунбола? Балунбола, пусть говорит. Сколько у него жизней? Балабол. Клеймар. Ты пулемет свой запрячь, мне не нравится он. Ты тоже. Ты. Видел, да? Да успокойся, ты меня чуть жизни все не вынес. Да мне куда пригласить? Ой. Да все ты виноват. Ну что ты делаешь? А? Мне нравится, как вы друг друга мочите, это очень эпично. Смотрится на самом-то деле. Ай, блин! Все, кстати, у меня невидимость не работает. А что, у меня невидимость не работает? Вы меня когда пригвоздили, я не могу невидимость подрубать. Да я поддался. Ладно, ладно, молодцы, пацаны. Хорошо играли сегодня. Напишите в комментариях, кто сегодня был лучше. Я аниматроник или пацаны за охранников играли. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пацаны, одной бомбы бы хватило. Всем пока. Всем пока.